На фоне пандемии коронавирусной инфекции многие позабыли еще об одной проблеме, которая носит сезонный характер – речь о гриппе. В настоящий момент идет активная прививочная кампания от обеих напастей. Заведующий взрослой видновской поликлиники Тимур Асанов подтверждает, процедура безопасна. Провели исследования у определенной группы людей и посмотрели, как будет реагировать организм, если одномоментно будут вводиться две вакцины от COVID-19 и от гриппа. После полученных результатов выяснилось, что не снижается действие вакцины от ковида и от гриппа. Естественно, что процедура одновременной вакцинации от ковида и гриппа требует соблюдения ряда условий. Единственный момент, который необходимо выполнять, это инъекция в две разные руки. Далее все проходит точно так же, как от вакцинации от гриппа, от вакцинации от ковида. Рекомендуем пациентам после вакцинации принимать антигистаминные препараты и по необходимости жаропонижающие. Противопоказания для обеих прививок практически одинаковые. Необходимо отсутствие простудных и хронических заболеваний в стадии обострения. По словам медика, если человек совершенно здоров, побочные эффекты будут минимальны. Любая вакцина, какая бы она ни была, это чужеродный белок. Организмы все разные, индивидуальные, и отреагировать на введение чужеродного белка могут по-разному. Зачастую симптомов никаких нет. Но нельзя исключать, что может подняться температура, возникнуть незначительные болезненные ощущения в месте инъекции, озноб и очень редкая головная боль. Тимур Асанов отметил, что подразделения ВРКБ обладают достаточным запасом препаратов, чтобы прививку получили все желающие. Все пункты вакцинации в нашем Ленинском районе продолжают работать, в том числе будут работать и в выходные, праздничные дни, без изменений. Мы работу не прекращаем. Видновская районная клиническая больница имеет в необходимом количестве вакцину от новой коронавирусной инфекции. Это гамковид ВАК, спутник ВИ, спутник ЛАЙТ. И также имеются вакцины от гриппа. Сови грипп, Ультрикс и Флюэм. Записаться на процедуру можно, позвонив на горячие линии губернатора или ВРКБ, на порталах госуслуг и Мосрег и через информаты, расположенные во всех подразделениях ВРКБ. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.